Всем большой-большой привет! Мы были в магазине Магнит. У нас здесь 5 больших пакетов. Да? Да. Покажем, что мы купили? Да. Покажем. Ну, Алексей уже достал доширак. Ему было вообще не втерпеж. Правда, взяли мы 4, где-то еще 3. Ой, где-то еще один гуляет. Подожди, малыш, не торопись. Знаем, что вредно. Но, тем не менее, иногда вот так вот берем. Иногда вот не вредно, да. Так, это что у нас? Бумага туалетная. Бумага туалетная. Давай дальше. Попку вытирать. Правильно, давай дальше. Шампунь. Это шампунь, который называется кондиционер-ополаскиватель Е. По 89 рублей. Шел с хорошей скидкой, поэтому взяли. Ну, это тут точно большая. Капустка. Так. Тяжелая. Это что вообще такое? Это у нас папа чего-то зачем-то взял. Кашу. Да, сказал, сварю вам такую кашу. Крупа ячневая. Я ни разу не варила, не знаю. Чего-то вот у нас папа захотел сварить такой каши. Давай дальше, малыш. Хлеб. Хлеб. Он хлеб сочный. Вкусненький, нам нравится. Волжский пекарь Тверской. Так, он без дрожжей. Хлеб крепыш бездрожжевой. Во как. Еще одна каша. Это горох. Да, горох. Горох. Еще один горох. Это гречка. Да? Да? Гречка. Я чаще ее не люблю что-то. Не любишь что-то ты ее, но она полезная. Вот немного. Еда. Что это? Вот еда. Точно, Бонькина еда пошла, разнообразная. И с лососем мы ей тут взяли. Это упало. Что там упало? Это Бонькина еда упала. Дальше. Так, рис. Риса две таких упаковки брала. Еще один рис. Молодец. Отлично. Что, может, там ничего? Два риса. Тоже по скидке шло. Потом я вам покажу. Чек. Итак, здесь у нас сухой китикет. И очень Бонька любит у нас улов рыбака. Поэтому мы взяли. Ну давай, помощник, чего пакеты стоят дальше-то? Помогай. Что там? Морковка. Это капуста. Даже с ценником. Квашеная. Давай быстрее, ты что балуешься-то, эй? Помощник. Это я не знаю. Не знаешь? Рога. Так, это приправа к рыбе. Вот, сюда макароны. Еще. Макароны. Макфа. Макароны шебекинские, которые с птичками, ой, да? Вот еще макароны. Еще макароны. Еще шебекинские. Еще хлеб. Ракушки. Еще хлеб. Точно такой же. Рыба. Рыба. Ну-ка проверим. Ой, упала даже. Мандарины. Так, тунец. Ну разве это мандарины? Ой. Чего у тебя все падает-то? Ну это чего? Вот это-то чего? Апельсины. Апельсины, совершенно верно. Кабаны. Подожди, кто? Кабаны. Кабаны? Так, насколько у нас вышли апельсины, давай покажем мы. На 68 рублей по 62,90. Эй, подожди, я не успеваю теперь за тобой. Масло. Подсолнышко по 64 или по 69 рублей. Фасоль пикантная, печеная в томатном соусе. Соблазнились за то, что написано печеная. Ну давай, что там у тебя еще-то? Ну что так, не достать прямо? Да, прям тяжелый. Тяжелый банан. Все, так, наш пакет закончился. Здорово. Почем у нас бананы? По 79,10 на 103 рубля. Что там дальше у нас, Алексей? Салфетки. Салфетки. Салфетки софт, кстати, очень выгодная цена. Обратите внимание, именно на удлиненной упаковке здесь их 250 штук. Выгодно очень. Ну, вот он, 4-й доширак. Да, доширак. Далее
сок тем более. Сок тем более, да, это мы вам взяли с папой. Сады Придонья с хорошей скидкой по 38 или 39 рублей. Так, это мама себе прикупила. Это не продуктовая. Так, крем-маска для рук, глубокое питание и восстановление. Не требует смывания. Попробуем. Руки совсем иссохли. Кому купили? Сосиски. Давай колбасу. Любите колбасу-то? Да. Любите. Кстати, дай-ка я расскажу про колбасу. А пока все выкладывать. Не, не надо все выкладывать. А, обратите внимание вот на эту вот колбасу Рамфуд. Если она у кого-то есть, очень хорошая, вкусная колбаса. Идет по ГОСТу, и ценник такой не слишком дорогой. Да. Поэтому вкусная, действительно вкусная колбаска. Так, бабкины семечки мы взяли, что, две упаковки, потому что они шли по скидке по 64 рубля вроде как. Сметанка, простоквашина 15%. А что там есть? Что там такое? Курочка, походу. Да. Мама вам купила, да. Мама с папой не едят мясо. Пост. А дети, дети, конечно, все у нас едят. Потому что у них нету поста. Да. Там потому более. Что детям нельзя на посту сидеть, на посту. Паста зубная, очень прикольная, хорошая паста, аквафреш. Яйца. Яички синявинские. Боньки еда. Еще боньки еда, да? Еще что-то тут. Это кофе. Правильно, ты умница, это кофе, мам с папой завтра на дачу поедут. А я думала, это... И какой-то... такой вот кофеечек купили еще по пакетику. Еще боньки, да. Вон она сидит, умница, ждет, да? Еще паста. Потерпи, мой хороший. Сейчас заснимем все и тебя накормим. Так, какая у нас еще паста? Еще таблетка была. Новый жемчуг. Да, такого бардака у меня еще не было. И еще одна туалетная бумага. Еще палочки. Какие палочки? Как они называются? Лечебные. Крабовые палочки. Какие же они лечебные. По 54 рубля. Две штучки взяли. Рыба. Рыба. Умница. Печень трески. Ой, это настоящая рыба. Настоящая рыба. Это салака. Да, салака. Две штуки взяли именно на сегодня. Ой, на вечер. А это что? Такая она красивенькая, пахнет прям. Перц. Просто обалденно. Перц. Перц. Перцы желтые, да? Перцы полезные. Будем есть. Мороженое. Покажи-ка. Нет, это не мороженое. А что? Это мыло. Это кусковое мыло замечательное для дам и господ. Единственное, что только такое было, вот это вот для дам и господ этой фирмы. Капуста. Ой, не подымай ты капусту. Ой, капуста. Ну что там осталось? Еще один чемодан там, еще да. Один пакет, да? Да. Разберем? Да, там разберем. Что-то. Куда ложить, правда, не знаю. Боня. Боня, 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 Боня. Че, Боня, Боня, Боня. Да куда ты смотришь-то, Боня? Вон там Леша шуршит, да, киса? Че там, Лешенька, ты взял-то? Покажи-ка. А, перец. Да, перец. Перец черный. Палочки. Тебе и Саше взяли по палочкам, да? Да? Соломка, Тимошевская, булочка. Соленая. Булочка на бутербродике, да? Бутербродик так с колбаской, с зеленью или с рыбкой. Красота. Очень нравится такая красота. Булочка нам. А это уже мамина. Прихоть. Молоко. Подожди, покажу капусту морскую. Шуршит, наверное. Помоги-ка мне снять пакетик, а то мне никак. Вытащи его. Пакетик вытащи вот так. Вот ты моя умница-то. Так. Капуста морская. Морская капуста. Так, почем она у нас? Брала я 300 грамм, но как обычно побольше. 376 грамм по 149,90. Очень люблю капусту такую на развес. Вкуснятина. Ну, давай, что там еще у нас? Пачка молока. Пачка молока? Да. Куда мы ее посадим? Ой, не знаю. Давай куда-нибудь. Вниз.
Да ну вниз, вот сюда хоть. Еще пачка молока. Еще пачка молока. Две пачки молока, да? Да. Заложи. Кетчуп. Кетчуп взяли один, потому что 65 рублей без скидки. Надо сходить в Пятерочку. Там я их брала по 39. Вот так. Это что? Это свекла. У нас закончилась свекла. А положи ее вон туда, пожалуйста. Вот. Ну положи. Да. Да. Вот туда. Свекла по 16 рублей у нас была за килограмм. Свеклу мы любим, едим много ее. Рыба. Рыба. Рыба морская. Морская даже. Ну вообще. Так, ну точно морская. Что за рыба-то? Еще скумбрия. Еще рыба морская. О, это шпротики. Да. Вот, складывай сам, еще молодец. Шпротики. Взяли мы три баночки вот таких вот шпротиков. Еще шпротик. Потому что они тоже были со скидкой по 63 рубля. Ну, не помню. Конечно, брали наверняка мы такие. Все. Бал-Ост. Но не помню. Что, все, Алеш? Да. Ну, здорово. Такая вот у нас куда получилась. Куда мы это все складывать? Вот сейчас будем как раз и разбирать. Так, как обещала, ценник покажем. Так, 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 так. Хорошо, сейчас мы все сделаем. Вот все видно, да? Короче, я пошла. Шпроты, консервы. Ну вот. Вот такие у нас ценник. И, кстати, всего на 3,275. Получается, 5 пакетов мы брали на 3,275. Ну, потому что здесь нету практически рыбы, потому что здесь нету мяса. Курица там одна, голень. Такие основные продукты у нас уже как бы закуплены. Я уже говорила, что рыбу мы я беру в специализированном тоже магазине. Мясо тоже. Сейчас много всяких таких вот мясных, рыбных магазинов. Там все свеженькое. Выбор большой, хороший, лучше, чем в Магните. Поэтому чаще всего берем такие вещи там. Ну, вот и все. Всем пока-пока. Кому понравилась наша закупка, ставьте пальчик вверх. Всем удачи, хорошего настроения. И выгодных покупок. Боня. Боня. Пойдем кушать? Боня, Боня, Боня. Ты моя девочка. Скоро поедем на дачу. Будешь там гулять, бегать, да? Хороший мой. Ой, 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 что-то не в духе, голодная. Ну все, всем удачи, пока.